Здравствуйте, с вами Геймер ТВ, и сегодня мы также играем в Paradise City. И сейчас, и сегодня, как я вам и обещал, мы пройдем миссию побег. Я тренировался, ну не ночами, конечно, хотел сказать ночами, не ночами, но тренировался. Сейчас мы попробуем пройти эту миссию. Вот тут эта миссия находится, сейчас мы к ней подъедем. Также хочу сказать, мой канал меня радует, уже 2 подписчика, уже просмотров столько много. Это очень для меня радостно. Честь 10, это будет, получается, юбилей. Я сделаю необычное видео. Покажу вам самого себя, чтобы вы знали, кто я. Напишите, когда у меня будет 9 подписчиков, пишите на мое видео вопросы, и когда у меня будет 10 подписчиков, я на них все отвечу. Так, пока у нас все идет очень хорошо. Классе. Так, сейчас мы едем. Ой, чуть опять не врезался. Это да. У меня что-то с колесом было. Блин, я вас не должен сегодня подвести, я же вам обещал. В этом видео пройти. Да, я сбил одного, сбил второго. Нет, я не сбил его, я от них убегаю, правда, хочу вам сказать, убегай. О, блин. Это обидный момент, когда у тебя разбивается тачка. Критические повреждения, мне надо починить машину. Если я выиграю эту гонку, мне дадут новую машину, вы это понимаете? Понимаете, мои все подписчики? Нет, все, проигрыш. Блин, смятку меня, смятку. Обещаю, сейчас я пройду эту миссию в легкую. Все, они меня просто. Сегодня я другую какую-то прохожу. Здесь еще плохо то, что маршрут не отмечен, и получается вот по этой как-то плохо определяться. Но все равно. Так-то пойдет. Мы не должны им давать себя в обиду, вы это понимаете? Не должны, просто не должны. Хочу вам честно сказать, мне 14 лет, я иду 8 класс. Когда у меня будет день рождения, я 22 декабря. В честь день рождения я устраиваю трансляцию. И все будут в прямом эфире мне задавать вопросы. Я буду с радостью на них отвечать. Так, едем. Нет, я разбился. Они хорошо так-то ранят, я вам хочу честно сказать, честно. Да, я возле финиша, как я вам и обещал, я пройду эту миссию. Пройду и отомщу им. Отомщу за все хорошее.
Так, да. Да, и вот, да, я пересек этот финиш. Да, ты победил. Я знаю, А, хочу вам сказать, 1 июля я покупаю GTA 5 онлайн, и мы с моим другом будем играть. Вы будете рады, я вам хорошо хочу сказать. Так, я думаю, может прийти миссию охота. Сейчас мне надо починить тачку. В этом видео я пройду две миссии до победы. И на этом будет сегодня все. Так, вот авто. Так, все, мы починились. Машина починена. Сразу такая хорошенькая. Как вы видите, я поменяла краску. Перламутровый свет. Зелено-оранжевенькая такая. Получше смотрится, чем та была. Так. Даем по газам. Так, все, вот у нас начинается охота. Цель. Мне надо убить две жертвы. И все. За время. Так. Время. А где это эти жертвы? Вот они, эти жертвы. Так, первая жертва есть. Да. Так, охота как-то полегче. Так, едем. Я вижу вторую жертву. Да, есть вторая жертва. Две подряд. Цель достигнута. Так. Третья жертва есть. Нету. Двоих. Так, одну. Так. Подрезаем. Да, да. Так, я сам врезался, но то не считалось. Так, даем по газам, они меня уже все догоняют. Да, есть. 6 уже. Так, 7. У меня что-то... А, даже 8 уже. А, получается, у меня... Я даже больше сделал. У меня время еще очень много. Ярость. Так, едем. Да, еще у меня как-то все подряд идет, и все. Даже сейчас попробуем эту розовенькую добомбить. Просто бомбить. Бомбить, бомбить, бомбить. Да. Цель наша достигнута. Зелененькую. Да. Так, синенькую давайте. Так. Да, прижал. Сейчас возьмем этот фургон себе на пик и забим-бим-бим его. Эй, нет, ему ничего не было. Это очень плохо. Вы понимаете, мои подписчики? Очень. Кто смотрит мой канал, подписывайтесь, пожалуйста, я прошу. Все, время вышло, и это победа, победа. Да, в этом видео у меня все получилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Сейчас вот мне дают новые права. Сейчас дадут новую тачку. Сейчас я ее вам заценю. И на этом будет сегодня все. Также я вам бы хотел посоветовать канал Ивангай. Ссылка будет в описании. Ну все,
Не забывайте ставьте лайки и подписываться на мой канал. Всем пока. До скорых встреч.